седьмой серии турецкого сериала «Сон» вы узнаете о том, как Рюкшан говорит Джихану, что Сальма – тетя Алаза. Вранье Джихана на грани раскрытия. Рюкшан говорит Булуту, что высока вероятность того, что Алаз является сыном Джихана. Сможет ли Булут найти ответы на мучащие его вопросы? Сколько еще продлится его недоверие к Алазу? Серьга, найденная Рюкшан в машине, принадлежит Шахике. Водитель рассказывает Рюкшан, что произошло той ночью. Рюкшан едет в мастерскую к Шахике. Между двумя женщинами возрастает напряжение, а также недоверие к Джихану.